Всем привет! Сегодня я вам показываю, как я буду играть в игру FIFA Apache. Вот это вот Smog Game. Я ее скачал только-только. Я уже зашел. Так, последняя карта не лежит мне. Хочу такие. Так. Всем советую играть в мини-игры. Советую играть вот в эту вот. Green Link. Мне сейчас не хочу. И фуд-квиз и всегда игра. Кто играет за Манчестер Юнайтед? За Манчестер Юнайтед играет... Кавани. Ну, это играл. Сейчас он играет за Валенсию. Вот этот вот. Кто играет за РСД Испаньол? Вот этот вот. Пуадо. За Олимпиакос. За Олимпиакос играет вот этот вот. Нет. Да, все. За Олимпиакос Марсело, кстати, сейчас играет. Защита лучше всех, конечно, у Канцело. Это же естественно, блин. Неймар, вот, блин. Нету сложнее вопросов. Кто из Бельгии? Де Брюйне, да что такое легкое все, блин. Самый быстрый пас у Икарди. Ну ладно. Всем советую играть в эти. Кто самый быстрый? Камавинга, конечно. Головин даже. Ну ладно. Сейчас пак откроем. Получил ведь я 5 этих штук. Открыть пак. Так. Волкаут. Дания. Нападающий. Правый защитник. Кто это? Эрикс? Нет. Лос. 80-й. 3 миллиона продать могу. Ну давайте продам все. Что? Пошли. Так, играем дальше. Против мини-игры. Фуд-квиз. У кого лучше всех защита? Лучше всех защита у Модрича, наверное. Да. У Бускетса? Понятно. Защита у Рашфорда. Да, в смысле, Докуре или кто это, вообще не знаю. Бендакур я знаю. Бендакур? Блин, я забыл. Бендакур. Вот Бендакур. Нет, вот. Бендакур из Уругвая, понятно. Я забыл, что он из Уругвая. Ну ладно, я вам сейчас, наверное, засниму пак, как я открою. Мои карты мне не надо. Паки. Паки премиум надо. Да блин, что-то я потерялся. Паки. Паки какие? Ну, да, 86 плюс не хватает, нет? Бесплатно. Аргентина. РВ. Нападающий. Мартинес. Это кто? Альварес? Нет. Корея, 86-й. 85-й. Плюс. Пак. Бразилия. Можно на ЛВ? ЦЗ. Можно Милитао? Маркиниус. Я Маркиниса перепутал с Милитао. Наоборот, Маркиниса больше хотел. Нормально. Так, 84 плюс. Пак. Франция. Про левый защитник. Я не знаю, кто это такой. Продаем. Продать все. 8 миллионов нормально. Так, 83 плюс пак. Так, быстрее давай. Кто? Аргентина. Только не нападающий. Нападающий нет. Мартинес 92. За сколько я его продам? 401 миллион. Ну давайте продам. Блин. Нет, если что, попозже продам. 82 плюс. Офигеть. 83 плюс 92-й. Нападающий. Иммобил. Нет, не Иммобила. Ну, это можно продать сразу. Ну, что за... 5 миллионов получил, нормально. 81 плюс пак. Давай. Ну, кто? Бразилия. Можно нападающий? Нет? Правый полузащитник. Не знаю. Рафиня. Не, это я не продам. Мне он нравится. Хотя 82-й мало. И Бергус еще 81-й. Круто. 80 плюс пак. Кто? Австрия. Можно ЦЗ. ЦЗ. Алаба. Реал Мадрид. Нет. Или Алаба. Не Алаба. Ну почему? Ну все, его продаю. Он мне не нужен. Я Алаба хотел. Так, теперь открываю паки платные. Так, что надо? Паки. Премиум паки. 85? Нет. 84 давайте. Открываем. Давай. Франция. ЛВ.
Тизе, ну почему? Эрнандес, нет, нет, не знаю, фу, сейчас продам, продам. 140 миллионов, это нормально. Фу, все, сейчас открою, 85 даже плюс могу. Ну, нормально так, конечно. Так, Португалия. Нападца Бернарду Силва. Бруно Фернандеш какой? 88-й. Он за сколько продастся? 69. Не, его я уже не хочу продавать. Ну ладно, все, вот. А, нет, вот, еще 82 плюс пак. Открыть. Аргентина. Правый вингер. Нападаю. А кто это может быть? Я не знаю. Этот. А, я подумал, это этот. О, Дибала, нормально. 59. О, Арнольд. Не знаю такого. Так, 7 миллионов. Ни на что мне не хватает. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Следующее видео я выложу сейчас, через минут 15. Будет обновление. Обновление будет FIFA Mobile. Уже FIFA Mobile 22. Там еще, кстати, хочу сказать вам, чтобы вы знали, дадут новый звездный абонемент. Там, где был в прошлом сезоне Рональдини. Ну все, я вам рассказала самое важное. Всем пока.